Через пару недель компания LG и Google представят первые совместные смарт-часы на базе Android Wear 2.0. LG Watch Sport и LG Watch Style. Мы уже видели дизайн часов спереди, а день назад именитый инсайдер опубликовал качественный рендер LG Watch Style в серебристом и розовом цветах. Задняя крышка часов лишена каких-либо видимых элементов, а значит почти наверняка пульсометр для измерения частоты сердечных сокращений останется уделом более дорогих часов Sport Watch. LG Watch Sport получит 1,38-дюймовый дисплей, 768 МБ оперативной памяти, поддержку LTE, GPS и NFC. В Watch Style диагональ дисплея составит 1,2 дюйма, а объем оперативной памяти 512 МБ. Watch Sport будут защищены по стандарту IP68, тогда как Watch Style по стандарту IP67. Спортивная версия будет поставляться в титановом и темно-синем цветах, а классическая в титановом, серебристом и розовом цвете. Благодаря тесному сотрудничеству Google и LG можно надеяться на появление интеграции с Google Assistant. Начало поставок часов намечается на 9 февраля. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.